Привет, меня зовут Булат, моя порода московская сторожевая, и я видеоблогер. Сегодня новое видео, поддержите меня лайком, поделитесь видосом с друзьями. А чтобы не пропускать новые видосики, обязательно подпишитесь на мой канал, а также не забудьте подписаться на мой инстаграм. Начну с самой хорошей новости, можно даже сказать отличной новости. Вышел мой новый календарь на 2021 год. С няшным мною на всех страницах. Получился очень интересный и яркий. Человеки долго над ним работали. Продается на маркетплейсе Wildberries. Ссылку оставлю в описании. Там, кстати, есть еще тетради, блокноты с моей мордой и другие приколюхи. В общем, заходите. Друзья, Новый год не за горами. И я уже решил начать красоту, так сказать, наводить. Вот пришел и говорю: давай, человечиха, чеши меня всего. А то как-то не айс таким лохматым мне ходить. Почешемся, медведь. Ты не против? Я вообще уже давно лежу и жду, когда уже начнется этот долгий процесс. А то ночь уже на дворе. Чеши, да я спать пойду. Режим у меня. Вот. А Найда пусть смотрит и пример с тебя берет. Я, кстати, еще даже письмо Деду Морозу не написал. Хочу вот его попросить, чтобы он Найду тоже говорящей собакой сделал. А то и словом перекинуться не с кем. А еще косточку попрошу. Большую. Прям большую-пребольшую. Что бы еще попросить? Не знаю. Напишите в комментах. Что же еще мне у деда-то заказать? Я, кстати, уже и галстучек новенький себе прикупил. Новогодний. Вот думаю, еще бы шляпу новую надо. И вообще, пора свой гардеробчик перетряхнуть. А то давно я что-то ничего не надевал. Не, ну оно и понятно, с этим вирусом дурацким. И на тусовку никакую не сходишь. Чего наряжаться-то? Так, Найда, сейчас Миша увидит, будет тебе. Ты там и Найду почеши. Что она лохматая бегает? Так, отойди. Тебя тоже почешем, но попозже. Ты б так вот когти стричь бежала, пока ты сейчас прыгаешь. Вычесать и искупать тебя еще надо. И Найду надо искупать. Как ее купать, я не знаю. Мы ее, конечно, когда взяли, мы же ее купали. Потому что она же по кроватям прыгает. Это была вообще жуть. Поэтому я так быстренько, чуть-чуть, грубо говоря, сверху смыли. Ее надо чесать лучше, конечно. Ой, купать. Надо будет второй раз пробовать. А то она боится. Купила ей для стрижки когтей вот такую маленькую штучку. У медведя вот такая. Когтерезка и маленькую, но она все равно боится. У меня чуть-чуть получилось, но она пищит и страшно кричит. Общипываю этого Мишу. Реально общипывает. Я не знаю, какой ужас тут. Кошмарный. Кошмарный. Медведь, а что делать? Уже давно пора. Это. Здрасте. Носочки мои, все, носочки. Так, а я вот забыл проверить. Может, тут что-то вкусненькое лежит? Что ты там выглядываешь, Миша? Чего выглядываешь? Ну, чего-нибудь выглядываю. Красивая собака. Я и так красивая собака. Ну, почешешь, буду, конечно, еще краше. Найда, а ты хочешь быть красивой собакой? Мы тебя сейчас чесать будем, думаешь. Что ты этой участи избежишь? Ну, чесать-то ерунда, как бы и когти подстричь. Это вообще... Причем она не кусается, она терпит. Она просто кричит. Вот твою красивую расчешем. Так вот тут. Расчешем. Ой, тут вот тоже. Ой! Ой, какой кошмар! Все летит! Ужасно! Медведяк собака! Почему такая лохматая? Я нормальная собака. Это вы лосоватые, мягко говоря.
Господи, боже, коровки у тебя живут. Медведь. Страшное дело, блин. Засохло. Какой красивый. Посмотрите на него. Какой красивый мальчик. Миша, много шашенек мешает. Ну? Если тебе сейчас снять ошейник, то будешь хулиганить сразу. Да? Я хочу видос в доме снять в ближайшее время с вами, вдвоем. Ну, знаю, здесь с тобой, Миш. Вот. А как же я тебя в дом пущу? Ты же мне тут все это, понакидаешь свои шерсти. Правильно? Вот, значит, чесаться надо. Ты же любишь сниматься на диванах, на кроватях. Ксюш в комнату ходить. Ксюш, пустишь меня в комнату? Надо сначала там... Все спрятать, да? Да. Клад фрутоняни, и для медведя это рай будет. Он любит фрутоняни. Он все любит. Он все любит. И Найда тоже любит фрутоняни. Да? Очень любит. Вы любите фрутоняни, да? Для вас, оказывается, я пускаю. Да, почему она такая дорогая? А фрутоняня это ваша. Миша, что ты тут себе на лапах тоже отрастил? Шерсти, кучу. Зачем тебе на лапах тут шерсти? Валяки собаки, ой, какие они. Валяки эти животяки. Ой, как. Вот мне удобно так хорошо чесать. Ну какая щетка маленькая. Сразу же забивается. Ну. Ой, как мне вот так удобно. Тогда надо будет большую папу. А, нельзя. Нельзя. Это вот с одного бока. Мы ничего с вами с одного бока. Что он там нашел? С одного бока. Сейчас надо еще второй. Там корм. Булат! Ох ты! Дай-ка! Как нехорошо! Нашел пакет. Тут с корм был такой. И все. Ой, все полетело. Ой, какой кошмар! Ой! Ой, какой ужас! Да что ж такое? Найда, блин, не рискует, когда он ест. Правильно, Найда. Ты правильно все делаешь. Как нехорошо эта собака себя ведет, а? Ах-ах-ах. Сидеть. Медведь красивый стал, какой гладенький. Вот, а на Найду уже, наверное, сил сегодня у нас нету. Время уже 11 часов ночи. Найду мы, наверное, завтра. Вот фурминатором последние, так сказать, штрихи. Такие. Медведь, не ложись. Ну ладно, ложись. Чуть-чуть пройдемся фурминатором. И отпустим, то ему уже и жарко тоже. Да, уже все. Есть пора, спать пора и жарко мне. Хорош чесаться, пошли на улицу. Кто еще не в курсе, у нас с Мелкой Человечихой есть второй канал. Там мы снимаем всякие прикольные летсплеи и все такое. Обязательно переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Будем всех вас там ждать. Сегодня мы очень круто поиграем. Сундук. Та-дам. Опять редкий предмет. Да что ж меня так на редкость ведет? Друзья, ну давайте же уже его мочить, это волося. Вот, сразу все активизировались, а то стояли, чё стояли. А мы начинаем заканчивать. Всем пока. Вы были на канале Ксения. Друзья, свои рисунки, вопросики и всякое такое вы можете присылать в мою группу в ВК. Лучшее ваше творчество попадает в мое видео. Только у меня к вам огромная просьба. Присылать свои творения именно в группу ВК. Иначе могу пропустить ваши послания и рисуночки. А сейчас ваши комменты. Всем пока! Всех люблю! Увидимся!